ситуация, он как бы хотел прийти, а на тот момент ничего не получилось. Полукался и, блядь, нихера себе, я никуда не хочу идти. Только хотел спросить, куда? Ну, две подводные лодки меня с моими бомбами прям вообще не устраивают. Ну, на центр мимо. Ну, пойдем туда, может, 8-9. Да, или пойдем 8-9, или... без разницы куда, потому что в этом случае, блядь, прям какая-то тоска. Ну, там народу мало. Ну, пошли, не народу мало. Пойдем, вон, вторая, третья, народу много, кидать будет это, авиабомбами закидаем. Я разворачивался. Блядь. Эти пусть там проем как-то. Мне как бы нет, мне вот я, ну, до вот этих всех ачивок там, офицер, кадр, офицер, мне как бы ровно, вот, от слова совсем. Вот, ну, просто... видишь, все равно тебе придется в какой-то момент стать перед выбором. То есть ты просто игрок, вот, и навечно остаться кадровым офицером, либо вступить в активную жизнь клановую. То есть, ну, опять же, подбор персонала непростая задача, понимаешь? Вот просто реально непростая. Общение с людьми — это вообще разрыв сознания. Вот просто. Угу. Потому что, ну, у меня работа связана с общением с людьми, и здесь общаться с людьми это две большие разницы. Вот прям реально две. Блять, Юшина куда пошел? Вот козел, ты по нему не шмальнешь случайно? В нос ему, блять. Он за островом. Я физически не попадаю. Я уже 3 раза в него прицеливался. А это да, в том-то и дело, что, во-первых, вот это вот общение, все, это все. Нет, да мне некогда. Вот так вот я вот с работы приехал, и че, дети, уроки, с кем мне там? То одному зубу подотри, то еще что-нибудь. Ну вот видишь, не все на это идут, не все на это согласны, и так далее, и так далее. Я другим игрокам, которые сейчас успешно играют, тоже на эту тему были разговоры, там ла-ла-бла-бла, блядь, давай, блядь. Особенно это возникает перед тем, как... ой, а пошли в клановые бои, блядь, понимаешь? Давайте, блядь. Но тут возникает встречный вопрос. А кто этим вопросом будет заниматься? Ты? О, не я. Ты сам, давай, ты нас соберешь, а мы географически пойдем, потом все завалим, блядь, героически. Блядь, это так не работает. Уже неоднократно это все было, блядь, и это не тот вариант. А в том-то и дело, понимаешь, вот ты... Вот сейчас вот даже я просто спросил АКБ, чтобы эту, ну... сталь пофармить, но я прекрасно отдаю себе отчет в том, что, допустим, КБ не пускают подводные лодки. Вот, линкоры, крейсера, ну, не знаю, 1000 лет на них не играл, и поэтому... Ну, вот поэтому надо пытаться как-то это... Блядь, чё я мажу? Пытаться как-то восстанавливать свою, как бы... Все далеко, они все стоят. Блин, 45.01, у меня ни хрена эта фигня не пуляется. А, так у них один эсминец. И две подлодки, да. А наша чё стоит подлодка-то, я не понимаю. Он вообще АФК. Наша подводная лодка просто торпеды, тупо АФК. Торпеды пришли, нифига, что это их так запузырил-то, блядь? Эсминец у них. А откуда? А, гата. Сколько торпед? 4. Скорее всего, Марсо. Больше. Вон Марсо. Как он через точку-то их шмальнул, что ли, по-твоему? Ну как? Вот либо здесь, либо здесь. Не, они пришли вот отсюда. Все, кто рядом, захватываем точку. С точки Б. Да. Ну так он же там был. А. Я только не знаю, насколько у него идут торпеды, но он был на Б. Короче, надо точки отжимать уже. Отлично. О, лодка там, блядь. Это не мой вариант. Это надо. Низкий там со странным островом. Да пускай стоит, я просто через этот остров перекинуть не могу, блядь. Я в него 8 рублей дал уже.
Ну все, он больше не хочет никуда ползти. А он-то так-то он сладенький, мягенький, вкусненький. Ну а его перед ним лодка, вот попробуй дойди мне до нее. Нет, да я ничего не говорю, конечно. А у тебя ни гапа, ничего, да? Все прелести жизни мимо. Дым только и все. Я через этот остров перекинуть не могу. Ну я тоже не могу. Все, Невский попер куда-то. Пускай прет мне. Кстати, хорошая. Пускай прет. Сваливать решил, либо атаковать, тоже вариант неплохой. Блин. Все-таки атаковать, блин. Сваливать, блядь. Сука. Ай! Не-не-не-не-не-не-не. Ух, ни хрена себе. Зато в жопу воткнули. Дальности не хватает. Вообще. Нет, в принципе, он Ямато стоит, я не могу до него доплюнуть. Вон гата. А чё гата, блядь? Пускай её там Люшин точит, топит, блядь, или точит, чуть не сказал. Тут ушка. Да просто понимаешь, я на этой, как вот мы вчера с Димой Агая загоняли в угол, так и у меня такая же песня. Я подводной лодки не сделаю абсолютно ничего. Шесть километров это прям. О, и все оттуда валят. Ну и все, сейчас подводная лодка будет нас всех любить. Так, а Люшина где-то здесь. Блять, она забрала Люшина, блядь. Ё-моё, блядь. У нас Авик упал. Ну это, блядь, пиздец. Вот ни в сказке сказать, ни пером описать, блядь. Авика нету, трындец. Да, все, и началось, блядь, падение. Все, подводка тоже уплыла. Где ты там есть? Ну и все. Гата уехал. Так. Так. Рикошет. Демон сейчас любить будет. Еще и башню сломали. Ну и все, мы дружно побежали. Потому что света нету, никого нету. За мной подлодка на хвосте. Тут где-то курф недобитый. Ёба, ну зачем они этот, блядь, туман войны делают, блядь?
Господи, блядь, как эта игра надоела со своими долбоебизмами, туманами, блядь, и вот этой прочей хуйней, блядь, понимаешь? Да нет, как бы так-то ничего. Ну, когда ты на подводной лодке, блядь, может быть и ничего. Вот когда ты идешь, блядь, тупо, блядь, и не видишь, блядь, Невского, который в тебя стреляет, блядь. Вот до того, блядь, обидно, что дальше некуда, блядь. Почему он меня видит, я его не вижу, блядь. РЛС. Да это понятно, что РЛС. А что ты спрашиваешь? Он Пецк видит, я по карте вижу, а я нет, там тоже демон стоит. Вот он его убил. Тысяч урона, да бред. Давай, бунга, блядь, пойдем. Шлифон должен из ПМК забирать, блядь, нафиг эту республику, блядь, вот просто реально из ПМК, блядь. Они сейчас заберут наших две лодки, блядь, меня, блядь, и Кастилью, да. Монтана отъехал. Да если бы, блядь. Бунга в засвете. Я в засвете. Сейчас поиграем уже. Я тут от подводной лодки. Раз, два, три, четыре, нет, пять. Да, возможно. Доберите точку А. Да все, тут смысл ехать упарываться и все. Кого тут стоять, гадать? Вон на точке Б уже какой-то хрен. Прям передо мной какой-то хрен. Лодку подводную добрали бронебойками. Ну, с одной стороны нормально, с другой стороны Пруссия приехала. С него пятак снял. Тундер, сука, ушел, точку бросил, блять, точку С. Может быть, это правильно, блять, я что-то сомневаюсь. Иди сюда, куда ты. Сейчас он под Петропавловской вылезет, он с него возьмет, блядь, эти 24 залпа одним. Ну а это кто? Ну, скорее всего, Юшина недобитая, блядь. Ну. Да. Неплохо. Ямато, да давай, Тундер, покажи себя Ямато в бок. У нихера себе 60 тысяч, блядь. 70 даже. Вот это да, блядь. Быстрей, быстрей, быстрей. Ну ты успел. Угу. Сейчас Ямато доберут. Надеюсь, да. Вот тебе еще от Юшина привет шоу. Да. Ты хоть разминировал. Дал возможности мне. Ай, ты перекрутил он или нет, или проскочил. Да, проскочил как раз в то место, где должна была быть торпеда, которую ты на корпус поймал.
если не упарываться, то а ну там авик все равно. 5 минут до конца боя. Ну напротив этих двух двоих не вытянуть. Ну вот Тундер красиво перешел на фугасы, понимаешь, а у этого, у Монтаны пушки влево свернуты, блядь, на предмет того, чтобы стрелять по Пети, блядь, и по Бунга. Сейчас курс Юшина заберут. Вот нахрен ты в курфа долбишь? Я не знаю, я бы на месте Юшина разбирал. Он сейчас придет торпедами, даст тебе любовь. На Тундере у нас хитропопый парень, его пытаются на таран взять. Нет. Ага, я вижу. Да, пытались. Ты за ним следишь, пап? Да, он сейчас доберет, наверное, все-таки эту шляпу, блядь. Да, добрал. Да, отлично. Блять, у нас есть шанс. Небольшой, но шанс. Хотя они могут и не вытянуть против Бунга. Против Курфа и Юшина, блядь. Ну Курф 20 тысяч было. Может быть отхилится. У них авик, вот в чем беда. Угу. Наша единственная победа — это точки. О, Бунга. Башня вообще непонятно куда. Ты еще в остров доедь. Сейчас смотри, Тундер решит этим залпом все, если он завалит Курфа, а он умеет стрелять, давай посмотрим. Нет, нет, не зашло. Совсем криво, я видел. Не зашло. Бунга надо уходить за остров, но не вылазить на Курфа, по одной простой причине, сейчас Юшина по нему торпедами отработает. Да, да, да. Ну, неужели? Есть, не перекинет. Кинул, нормально. И снял пятерку почти чуть-чуть. Да, да. А вот этот хрен убежал. Ну тоже, в принципе, хорошо, блядь. Вот это уже. Ну и все, Юшина там останется. Угу. Да, они сейчас вдвоем могут Курфа отработать. Если фугасами пошмаляют, блядь. Фугасами пошмаляют. О, да, видишь, как я ванну, угу. Блядь. О. Как хорошо улетело. Но опять же, видишь, Бунга ушел с точки. Точку надо было контрить, стоять на ней, чтобы Дюшина не забирал ее. Иначе по очкам потом не выпилим. А забрать Б в обратную не даст авик. Да блин. У Юшина 5000 всего, блядь. Да, нормально, хрен. Зря ты так, это нормально, они играют. Сейчас, если они заберут Курфа, они заберут Юшина, блядь. Курфа, да. Забрали. Но да. Теперь смотри, теперь у них точка. У них две точки. Вот они его вынесут, блядь, Бунга этого, блядь. И вернут точки. И им не даст авик вернуть точку. Ну, у авика авиагрупп нету, судя по всему. Ты видишь, как он редко взлетал. Да по барабану. Достаточно просто сбивать захват. Но все равно красивый бой, как бы там ни было. Вопросов нет, вопросов нет. Но у нас пока мы в лидерах 6 и полторы минуты. Если Юшина сейчас дернет на С. О, навик уже. Бунга хилится, у него прям хорошо получилось. Юшина на цене дернется, ему надо будет пройти между... А, видишь, он их не видит, блядь, даже свет Савика ему ничего не дал, он торпеды раньше пустил. Угу. Я думаю, это победа, блядь. О, где это, сука, блядь, Юшина? По хп-то одинаково. Ну, так ты... А, вон ты смотри, куда уходит, красавчик, ну... Нет, не возьмет он его с этого залпа. Хотя. Он не загорелся же. Ну да. Даже загорелся. А вот и милый авик. Кучно как у него, а. Бам-бам. Ну-ка, что залп нам Бунга даст. А вот авик еще раз. А нам уже ничего не надо, блядь. А, это победа. Все время. Да. Ну да. Бунга однозначно красавец.
Ой, Тандер. Победа. Угу, нормально затащил. Где этот красавчик с четырьмя лодками? Поблагодарить. Хорошо играет. Ну и Бунга я. На, я сегодня добрый. Да. Могло быть и хуже.